Манифест в поддержку СМИ во Вроцлаве. Пресса выступает против использования эпидемии как повод для введения дополнительных налогов. В субботу, 13 февраля, во Вроцлаве на площади Рынок состоялся манифест в поддержку СМИ «Медиа без выбору». Организаторы приглашали на акцию женщин, принимавших участие в женских забастовках, Комитет обороны демократии и другие организации. Вольность выповеди и возможность использования с полного закреса информации есть чем-то так очевидным, как повече до дыхания. To jest, to się mieści u podstaw praw człowieka, jest to głęboko osadzone w idei solidarności, którą w jakiejś mierze współtworzyłem na swoim małym zakresie i coś bez czego się nie da żyć. В прошлую среду почти все телеканалы, радио и интернет-порталы протестовали против введения нового налога на СМИ. Из-за этого не транслировались передачи и программы, новостные сайты не работали. Издания начали распространять открытое письмо к властям Польши. Как средство массовой информации, которое работает в Польше уже много лет, мы не отказываемся от своих обязательств и социальной ответственности. Ежегодно мы платим все большее количество налогов и сборов в государственный бюджет. Мы также поддерживаем самые слабые группы общества собственной благотворительной деятельностью. Мы поддерживаем поляков и правительство в борьбе с эпидемией как в информационном плане, так и путем выделения для этого ресурсов на сотни миллионов злотых, говорится в обращении. Поэтому СМИ решительно против использования эпидемии как повод для введения очередного налога. По их мнению, это приведет к ослаблению или даже ликвидации некоторых СМИ, работающих в Польше, значительно ограничит возможность общества выбирать новости, которые их интересуют. Акция продолжалась около 30 минут. Полиция несколько раз напоминала участникам, что протест нарушает закон, и списала данные протестующих.